Всем привет, это программа «Без вариантов», меня зовут Дмитрий Лаврутов. Сегодня поговорим о моде мужской и о трендах в новом сезоне. Обо всем по порядку через несколько секунд. Модные тенденции этого года, конечно, не заставляют мужчин кардинально менять имидж, но явно призывают найти свой собственный стиль и самовыражение своей яркой натуры с помощью одежды. Разнообразие фасонов и стиля, цветочных решений и материалов, используемых модельерами, позволит каждому мужчине в этом сезоне выбрать для себя наиболее подходящий вариант гардероба, не только стильный, но и удобный. Основной тенденцией можно считать борьбу с консерватизмом, однако это не переходит в эпатаж. Расцветка, фасон, качественный материал – все это стоит учитывать при выборе идеального костюма. Мужская мода, отражая присущие современному миру тенденции, становится с каждым сезоном все интереснее. Сочетая дизайнерские идеи с неординарным подходом и актуальными направлениями, она преподносит мужчинам новые, совершенно потрясающие образы. В моде приталенные модели из однотонких тканей. Костюмы-тройки не потеряли актуальности и в этом сезоне. Популярны модели в стиле ретро, например, костюмы в клетку. Дизайнерам удалось сохранить элегантность, свойственную классическому мужскому костюму, создав поистине оригинальные и изящные модели. Комплекты из пиджака, жилета и брюк, если вы считаете, что тройки слишком классичны, мы готовы вас переубедить. Наряду со строгими моделями модно носить самые яркие и стильные костюмы тройки. Костюмы двойка, комплекты из пиджака и брюк, а дополнит образ классического мужского костюма запонки, галстуки и шейные платки. Еще один важный момент. Во многих магазинах начинается волна распродаж и приятных акций. Перед летним свадебным сезоном и чередой выпускных такое происходит каждый год. Мы рекомендуем идти в магазин сейчас, чтобы потом не было обидно за потраченные суммы и скудный выбор. Все сделал заранее, сэкономил семейный бюджет. Безупречный имидж в одежде приближает мужчину к победе. В салоне «Красный квадрат» в торговом центре «Оптима» на Молокова 56/1 все костюмы по 5500 рублей. Только с 21 февраля по 1 марта по многочисленной просьбе покупателей. Ведь костюм на выпускной или на свадьбу – это вещь, которую можно купить заранее. Пока действует выгодная цена 5500 рублей. «Красный квадрат» – стильно, не значит дорого. Стильной и модной одежды много не бывает. Учитывайте это при выборе качественного и правильного магазина. Меня зовут Дмитрий Лаврутов. Это была программа «Без вариантов». До встречи!